Всем здорово, с вами Андрейка, и сегодня на календаре 5 июля, а это пятница. Ну и еще это значит, что сегодня в Шараме вышло обновление. Давайте по-быстрому рассмотрим его. Тебе. Да, именно тебе, не удивляйся. Выпала звезда удачи. И теперь до 8 июля ты можешь приобрести Шарарам карту на 14 дней всего за 75 рублей. Вот это я понимаю, рифмач. Не то, что ваши Пушкины. Новый тест в диска. Проверь, какой ты робот. Лично я получил наклейку Android. И я даже знаю почему. Ведь я не Андрей, а Android. Так, шутки в сторону. Мы все же серьезные люди и пришли сюда смотреть обновление, верно? Верно. Зачем приплыли пираты в Шарарам? Иди к Джо Ворону в пиратскую бухту и узнай. Ну а сейчас я покажу тебе подарки за этот квест. Вы же, наверное, понимаете, что будет сейчас, да? Ну, поехали! Знал ли ты, что 16 июля Шарарами Док придумает что-то и назовет это сенсацией? Наши агенты смогли добыть секретные материалы обновления 16 июля. Сейчас я представлю вам их. Внимание на экран. Как ты думаешь, что это такое? Зачем изобрел этот прибор Док и для чего он служит? Пиши свои догадки в комментариях. И после 16 июля, тот, кто напишет самую оригинальную версию, получит 10 румбиков. Главное, не забудьте для участия указать свой ник и поставить лайк на этом видео.